Сотни горожан теперь ежедневно нарушают правила дорожного движения. Уже на протяжении многих лет на остановке Саяны было два пешеходных перехода, но один из них убрали. В соответствии с протоколом комиссии по безопасности дорожного движения 3 июля 2013 года было принято решение, что к моменту ввода в эксплуатацию светофорного объекта на улице Терешковой в районе остановки общественного транспорта «Русский драматический театр» ликвидации указанного нерегулируемого пешеходного перехода. Такое решение было принято для того, чтобы избежать пробок и непрерывного пешеходного движения на дороге. Ныне ликвидированный переход, как и полагается, перегородили, убрали дорожные знаки, но не закрасили разметку. Именно это и вводит горожан в заблуждение. Зебра-то осталась. Сейчас я вот тоже перешла, вот думаю, то ли я виновата, то ли водитель, да? То ли я ему под колеса, то ли он мне. Конечно, доставляет, потому что ляп самый настоящий. Этот ляп может привести к трагедии, ведь не все водители будут по привычке останавливаться и уступать дорогу. А автомобилисты, незнакомые с нашей местностью, вообще никогда раньше не видели здесь пешеходного знака. Закрасить эту разметку должны по распоряжению комитета городского хозяйства. К сожалению, нам не удалось добиться ведомства комментария на этот счет. Может быть, после выхода нашего сюжета в комитете обратят внимание на эту проблему. Ирина Ревенская, Даниил Дурхисанов и Даржо Чайдопов. Новости дня.